Сейчас в студии со мной находится наш экономический обозреватель Константин Бочкарев. Добрый вечер, Костя. Приветствую, Татьяна. И, конечно, напрашивается такой вопрос, как отреагировал рубль и наш российский рынок на прошедшее заседание Банка России. Реакция очень спокойная. Если брать валютный рынок, здесь фактически без изменений. По итогу дня пара доллар-рубль сегодня снижается примерно на 4%. Доллар стоит 30 рублей 9 копеек, за евро дают 40 рублей 40 копеек. Здесь также без изменений. В принципе, решение, как было отмечено, было полностью ожидаемо. Инфляция действительно это одна из ключевых проблем, сдерживающих факторов в плане ослабления денежной политики в России. Здесь можно даже просто вспомнить, что накануне в Министерстве экономики Российской Федерации заявили о том, что в феврале инфляция год к году может подскочить и составить уже 7,3-7,4%. Поэтому здесь без изменений.